потому что все равно, как ни крути, подглядываешь. И это крайне удобно, поэтому если есть возможность, на простом листочке. Самое главное, чтобы было видно и понятно. Да, эти составы на игру приносить. Так, идет дальний удар. Это, по-моему, Михеев бил, и он забивает. Вот это гол. Пока более ситуация более-менее умеренная. Так, сейчас может быть момент у Ангушта. Удар, и Ангушт сравнивает счет. 1-1. Номер 8 можно бить, да, удар, и мяч оказывается в сетке ворот, 2-1. Так, брасу из боковой идет, забрал штрафную. Номер 2, удар с лета, и вратарь намертво, мяч забирает. Так, идет забрас на промеж штрафной. Скидка головой, нужно забивать, удар, и вратарь сейчас. Ну, атака продолжается. Номер 11. Подача. Удар головой, но он получается немножко, но не точно. Подача штрафной не проходит. Да, немножко даже жаль, вот действительно, что вот Тангур сегодня не в полном составе. Да? Ну, пока действительно удается контролировать. Вратарь делает заброс в направлении штрафной, цепляет за мяч Ангур, что удар с лета, но нет. Ну и спокойно держит мяч. Батайск. И накрывает Ангушт. Удар сразу же. Так, забрал штрафной. Удар головой. Ангушт забивает и сравнивает счет 2-2. Капитан с мячом. Играет направо. Номер 2. Номер 2, да, играет налево. И удар с дальней дистанции. Но он получается не тот. Нет, заброс, например, штрафной перехват Ангушта. Ну и можно уже и пробить. Удар! Гринь спасает свою команду. Будет прихвачено. Заброс в район центра поля. Пас налево. Так, мяч у штрафной. Нужно бить. Удар! Гринь спасает свою команду. Заброс в направлении штрафной. Удар заблокирован. Можно бить. Удар! Мяч в штангу попадает. Можно бить. Удар! Мяч в штангу попадает. Прострел заблокирован, но теперь еще нужно пробить удар, и Ангушт выходит вперед, 3-2. В мере, что Батайск как будто экономит силы, то есть, по идее, они должны были... Да, вот сейчас опасный момент, Ангушта справляется вратарь, будет... Номер 9. Он входит в штрафную, можно бить удар, и вратарь. Вратарь все-таки на... Да, так, нужно продолжать. Можно и пробить, но нет, все перекрыто. Батайск уже всей команды. Сейчас штрафной удар и мяч в сетке ворот. 4-2. Ну, перехватывает мяч Батайск. Пас перед по флангу. Прострел, удар и вратарь. Как он отбивает этот мяч, непонятно. И дальше добивание, все-таки гол. Забивает Батушко с мячом. Играет центр. Кобзев, перевод налево. Так, мяч уже штрафной. Удар отбивает мяч вратарь. И пас налево. Номер 9 с мячом. Делает пас в направлении штрафной. И можно пробить удар выше ворот. Пытался Лагойда обыграть, но Лагойда сыграл на перехвате. Пас налево, здорово, удар выше ворот. Но, ну и перехватывает мяч Ангуш, номер 9. Накрывает снова прессингом Батайск. Ушко, удар с левой, но пациент... Так, розыгрыш углового низа. Удар отбивает мяч вратарь. Низом. Удар отбивает мяч вратарь. Да, ну в целом, опять же, полевой игрок сегодня неплохо заменяет вратаря. И вот передача номера 9. Можно бить касание, удар? Нет, точно. Мяч в середине. Пас направление штрафной. Удар, но по центру вратарь. Тот, у кого больше все-таки осталось сил, будет. Так, команда действительно эффективна сейчас в моменту. Батайска и Батайск сравнивает счет. 4-4. Никита, причем там все было так, ну, в рамках, то есть там... Так, здесь удар с дальней дистанции, Ангур забивает. Счет матча становится... Итак, дальний удар, отбивает мяч вратарь.
Итак, подача, удар головой, чуть-чуть удар получается не точно. На будущие туры. Еще раз говорю, стратегически важна будет победа, если удастся добыть. Так, удар из-за штрафной, а возможно и нет. 5-5. Счет становится матч. Скорее потеряют обе команды от этой ничьей. Да, одно очко в плюс, но... Так, здесь удар. Шестой мяч забивает Ангушт. Выигрывает вверх футболист Батайска. Перевод направо. Кушко догоняет мяч. Удар в касание, но не точно. Выше ворот. Лагойда играет налево. Михеев. Перевод направо край. Кушко. Плотный удар, но вратарь в целом контролировал, да, ситуацию. Браться не за боковым. Так, и здесь получится ли пробить удар? Забивает Батайск. Счет матча становится равным. Да, забирает мяч и сразу отправляет его в район центра поля. Номер 17 подбирает и практически выходит 1-1. Удар. Вратарь Нагомич отбивает. Номер 17 подбирает и практически выходит 1-1. Удар. Вратарь Нагомич отбивает. И еще момент и удар. Забивает Ангушт и выходит вперед. 7. Михеев. Удары! Мяч сетки ворот. 7-7. Сравнивает счет Батайск. 7-7. Идет дальний удар. Не точно. Так, ну и сейчас момент. Может быть, Ангушта вратарь спасает. И мяч все-таки дал.